Подъезд 10-го дома 11-го микрорайона Актау, который находился на карантине 2 недели, теперь открыт. Напомним, что эта ограничительная мера была принята 3 апреля. Жители 14 дней не имели доступа на улицу. Можно, даже нужно. Здравствуйте. Оба. Здравствуйте. Так что все здесь? Здравствуйте. Вот так Все необходимое предоставлялось службами доставки. За состоянием людей следили медики, за порядком сотрудники полиции. За это время никаких жалоб на здоровье от жителей не поступало.